В Алтайском крае стартовал конкурс «Топ уникальных объектов». Его цель – определить на карте нашего региона уникальные в своем роде места, которыми мы можем гордиться. Принять участие в конкурсе может любой желающий. Нужно только подать заявку на сайте проекта Краевого отделения Российского географического общества, а в ней описать место, которое вы считаете уникальным. Это может быть памятник природы или культуры, или место, с которым связаны исторические события. Подробнее о конкурсе расскажет Илья Кочетков. Ирина Архипова и Валентин Смирнов, ученые-географы, признаются, даже исходив Алтайский край вдоль и поперек, то и дело находят на карте региона новые заповедные уголки. И мы предлагаем всем желающим, всем заинтересованным, всем жителям края и гостям найти эти точки, рассказать о них, то есть открыть край заново. Главное – объяснить, чем то или иное место значимо, уникально. Инициативу поддержал депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Он уверен, конкурс поможет самим жителям лучше узнать свой край, а для гостей сделает регион более привлекательным. Заявку можно отправить на сайт проекта. Достаточно описания, но яркого, интересного, с фотографиями. Можно заявку принести лично в офис отделения РГО, либо отправить по почте. Дмитрий Черных, председатель жюри конкурса, поясняет, можно предлагать объекты не только красивые, но и с историей. Например, на его малой родине, в Быстроистокском районе, есть гора с необычным названием Сапатая. Это именно до нее, на протяжении всех войн 20 века, женщины как раз провожали мужчин, там прощались с ними, вначале их на лошадях увозили, потом на машинах уже, да, когда пошел автомобильный транспорт. И плакали, проливали слезы. Все повороты реки. А вот директор единственного в крае заповедника Тигирекского хотел бы привлечь внимание к одному из немногих сохранившихся не только в крае, но и в России остатков старинной казачьей крепости. Когда-то форпост был важной точкой освоения предгорья Алтая. То есть это узел, тут жилое место, сюда, значит, вели дороги из севера, которые подвозили какое-то продовольствие, видимо, и, собственно, дороги, которые соединяли крепость, это, собственно, оборонительные дороги. Иван Харлей, путешественник из Барнаула, исходил и изъездил множество земель и стран, но, выбирая, где отдохнуть, выбирает чаще всего Алтай. Говорит, здесь за каждым поворотом могут таиться сюрпризы. Его объект для топа уникальных мест – водопад на реке Пещерка. Как только мы едем в горы, например, то ландшафт меняется от полей к холмам и от холмов к горам. Там вот как раз холмы начинаются, и внезапно мы оказываемся в таком месте, где камни, скалы, водопад, вода течет. То есть настоящие горы как будто. Добавлю лично от себя. Мест любимых в крае у меня много, но в первую очередь предложу по-настоящему уникальный объект, расположенный в том же Тигирекском заповеднике. Больше года назад я там побывал и до сих пор под впечатлением. Вот эти причудливые скалы на той стороне реки – доказательство того, что когда-то здесь плескалось море. Это известняковое отложение десятки метров, возрастом более 400 миллионов лет. Силурский разрез. Настоящий учебник геологии под открытым небом. Кстати, подобные видео можете отправлять на конкурс и вы. А также делиться с нами. Наши новости будут подробно освещать ход конкурса. Заявки принимаются на сайте проекта и в региональном офисе до 19 апреля. Далее с помощью народного интернет-голосования отберут самые интересные объекты. Жюри, в свою очередь, определит и отметит авторов лучших описаний. Итоги подведут 18 мая.